Всем привет! С вами Андрей Санар. Самая животрепещущая тема – как свернуть лодку. Давайте я на примере фишкаяка это покажу. Принцип один практически для любой лодки. Смотрите, если у вас есть китайская турбинка, это сразу облегчает все. Она позволяет откачивать воздух, и поэтому можно не заботиться о том, в каком порядке нужно скручивать лодку. Берем турбинку. Откачиваем воздух. Как только турбинка переходит на высокие обороты, значит, она выкачала воздух. Выключаем турбинку. Берем лодку, складываем вот так вот пополам. После этого берем лодку, складываем вот так вот пополам. Если вы не откачивали воздух с помощью турбинки, а вот просто естественным образом его выпустили, то тогда начинаем скручивать лодку в рулончик отсюда, с середины лодки, потому что клапаны стоят на носу и на корме. Это там, и, соответственно, если мы начнем вот так вот сворачивать, то весь воздух будет выдавливаться. И вот так вот выйдет отсюда. Но поскольку мы сдували с помощью турбинки, то можно как в эту сторону закручивать от середины к носу, так и наоборот. От носа к середине. Кому как нравится. В этом случае рулончик более такой целостный получается. Но я по привычке всегда сворачиваю от середины к носу. В итоге получается такой аккуратненький цилиндрик. Чтобы он никуда не расползался, для этого есть стяжная лямочка. Если вам ее не дали в комплекте, можете сделать самостоятельно. Из пряжки трехщелевки, пряжки двухщелевки и стропы. Делается петля. Петля накидывается на лодку. Лодочка свернута. Достаточно компактно. Теперь ее просто надо убрать в чехол. И все. С вами был Андрей Санар. Всем пока.